тоже сейчас их пушит. Бегом, беги на них! Вот он здесь! Я его забрал! Давай, давай. Ну что, моя женщина, моя любовь, моя Виктория, моя казашечка, моя усипуси, моя пуси-джуси, моя... Там засмущала я там сюда. Я... Сам засмущался. Короче... Смотри, у тебя уже галочка есть, ты уже крутая, короче, чувиха, все дела. Я хочу проверить твою крутость. Смотри, мы с тобой сейчас запускаемся в напарники, да? Но! Есть очень важное но. Я не умею играть максимально, все, я прям робот. Не, подожди, подожди. Ну это да так, не, и так да понятно, не, слушай. Ну не так прям, что прям совсем не умею. Короче, ну ты прям мой фанат, смотри, у тебя аватарка со мной, это так мило. Цвет надо поменять, забыл. Короче. Подожди, а у меня есть другие аватарки? Ну-ка, подожди, я сейчас посмотрю. О, есть. О, боже, что это такое? Это кошмар. Бан на ютубе. Короче, смотри, мы с тобой сейчас запускаемся в катку, но есть такое условие. Ты полностью управляешь моей игрой. То есть я слушаюсь только тебя. Куда идти, что покупать? Не забывай, что нужно говорить мне, купи там то, купи сейчас, это. Сейчас, ребят, покажу кое-что. Что это такое? Ты что поставила? А тут имба, кстати, с ПК билда я могу сразу загружать аватарки. А это что за фон? Тут, правда, не показывает. Я что-то ем, что-то в рот. Я просто шла в галерее где-то. Блин, не показывается. Там письки, сиськи не спали, а то мне YouTube забанят. Фу-фу, парит, фу. А, да? На фоне вообще непонятно. На ты готова? Фоне. Нет, все, погнали. Ну, смотри, во-первых, давай начнем с того, что я выбираю Дюну. Нафиг нам Сэндстоун. Я хочу Дюну. Хорошо, окей. Все, теперь готов. Идем. Не забывай, каждый раунд ты говоришь, что закупать, куда идти, какую позицию, где сидеть. Хочешь сказать, замри, я замру там, типа, ну ты поняла. Ой, да? Ну... Что, ха-ха? Твой ММР... Я постараюсь. Представь, что ты капитан. Все, ты главная. Ты прям супер-босс. Ну, мой ММР, слушай, вот мы сегодня снимали разные ролики, и сегодня как будто бы наш ММР зависел только от меня, Лёш. Ну, какой смысл? Ну, тем более. Поэтому мне эта гениальная идея пришла. Ребят, а у меня сейчас к вам огромная просьба, дорогие мои подписчики. Пожалуйста, каждый из вас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на канал Казашки, потому что, ну, правда, просмотры вообще дно упало. Вот, поэтому поддержите деда лайком по просмотрам. Ничего, держимся. Пофиг. А мы все равно будем снимать. Вот кто нас смотрит, спасибо. Ты тот самый фанат, единственный наш фанат. А все остальные это твинки. Спасибо, что создал твинки. Поэтому, братцы, желаем всем приятного просмотра. Усаживайся поудобнее, смотрим ролик от начала до конца. И в ролике я для вас сделаю маленький розыгрыш. Погнали. Ну что, все? Запускаем? Да. Смотри сразу, братанчик. Братанчик, не забудь. Пошел ты в задницу своим братанчиком. Что, то есть братанчиком тебя нельзя называть? Хорошо, дорогая. Ты главное только не забывай. Ну реально. Но а ты то, меня ну... спрашивай, иначе реально забуду. В смысле спрашивай? Представь, что ты играешь двумя персонажами, мной и собой. Все. То есть если ты мне что-то не сказала, я тупо буду стоять на месте. И ничего не делать. То есть закупаешь что-то, то-то, это. Можешь делать то же самое, что типа, ну и я покупаю. Короче, пиши сейчас противникам, чтобы они сдались. Прям умоляй. Вот у тебя есть 40 секунд, точнее 23 секунды уже. Прям умоляй, прям проси. Вот все, что угодно ты сделаешь. Я вам голды дам на стриме завтра. Осуждаю, какая. Ах ты с... понял. Так, смотри, я тебе с нулевой делаю жесткое усложнение. Давай. Ты покупаешь флешку и хаешку, но ты не пользуешься пистолетом. Ты должен убить только либо, ну, с хаешки, флешкой. Я понял, но ты понимаешь, да, что у нас ММР, ну... Как я по-твоему убью с хаешки? Ты меня объясни, женщина. Целься, Лёш, целься. Хорошо, что целься? Мне нужно будет следить, когда ты кому-то попадешь, чтобы я... О, я попала, можешь хаешку кидать. Кидай хаешку, кидай, Лёш. Спасибо, детка. Это был лучший раунд в моей жизни. Да. Так, Лёш, у меня 2200. А теперь, короче, смотри, а теперь выходи из катки. Ну, на раунд. Выходи. А как я выйду-то? Мне закроется, я не смогу зайти. Нет, ты присоединишься. Выходи из катки. Мне дали бан. А ты в курсе? В смысле? В прямом. Нельзя выйти из катки. Бан дают. Я вышел из катки, мне дали бан. Так я уж нажал. Серьезно, тебе бан? Это сколько? Тебе очень повезло, что меня пустило обратно. Я тебе серьезно говорю. Какой бан-то тебе дали, обалдуй? Мне показалось, что они написали, что если
вы не зайдете, вам дадут бан. О, боже, так если ты не зайдешь, обалдуй, господи, что ты напугал? Вот иди теперь с глоком, понятно? Иди в обход. А он был где-то, он был у тебя на респе, по-моему. Да нет. Не, я за тобой наблюдаю, Кто был у меня? О, все, парни, ну это минус. Да что, я просто прикалываюсь. А, смешно, прикалываешься, тогда что мне брать, давай быстрее. Ладно, ну теперь закупай под фул, вот прям вот, чтобы денег толком не осталось. Ага, прям под фул. А что он написал, бомжи, напиши, сам ты бомж. А, сам такой. Какой сам такой, ты не повторяешь, ты должен написать, сам ты бомж. Да долго писать, я не умею писать быстро. Значит все, значит минус челлендж. У меня забагалось, за тебя я не могу прыгать. Что ты забагал? Так, сейчас ты мне скидываешь калаш, мне скидывай. А зачем? Калаш скидывай. Мне нужнее. А, спасибо. Все, и в обход идем, А ты в обход. Знаешь, что у нас слышно, как он в обход идет? Я понял. Я тебе не разрешала, хорошо, алло! Все, Яри! Все окей. Ну ладно, иди, возьми калаш. Ладно. Иди, я тебе говорю, иди, нет, да не уже пусть. Поздно. Да ну блин, казашка! Ёлки-палки! Ты что сказал? Я тебя буду слушаться. Че не слушаешься? Окей. Калаш, да? Понятно, все, взял. Мафиозник не да поддается. Я подобрал калаш! Как называется? Ну, воспитанием, вот. Не могу воспитать мафиозника. Кастрировать придется. В смысле кастрировать? Зачем иди меня кастрировать? Иди в молик. Он закончился. Ну ты, иди, че прикол управлять? В смысле я пошел, что закончился? Я пошел, да закончился. Ты? Да он ничего не знает. У меня, что мне делать, давай, М40 бери, М40? Да. Подожди, М40, серьезно? А да. Броню брать? И сейчас, ну как хочешь, можешь взять. И сейчас ты вот с этого места начиная, ну ты могу стоять! Только в прыжок, только вот так, прыжочком, прыгай. Ты балбеска, ну все, минус карта. Прыгай, ну конечно, хотел, Леша, ты хотел еще выиграть? Давай, Леша, я тебе буду помогать. Давай, опа, попрыгунчиком. Нас обходят, алё, нас обходят. Ничего страшного. Давай, попрыгунчиком. У меня лагает прыжок, алё. Я знаю именно, поэтому я... Вот он здесь! Я его забрал! Я молодец! Я забрал! Перезаряжаюсь. А можно перестать прыгать, пожалуйста? Нет. Прыгай, Лёх. А он на тебя должен отвлекаться, что ты... Это же гений, тактика. Лёх, в курсе? Я обхожу. Я устал прыгать, у меня ноги болят. Ну чё, ну давай, пробельчик. Лёх, давай. Я крутой, я в прыжке, отвечаю. Давай другое задание. Давай только с глока. Давай минус два делаешь, я не должна никого убивать. Только с глока. Пипец, алё, казачка. А зачем я калаш взяла? Я все равно... Позже. Я могу... Ну, слушай, я просто посмотрю. Ты должен соло. Там еще авик, а ты с глок... Ну все. Там авик, конечно, в соло с глока. Ага. У тебя рядышком, у тебя! Да ты что делаешь? У тебя же был! Мне тяжело играть, и тебе одновременно говорить, что делать. Говори, что делать. Быстрее. Говори, молик есть? Куплю сейчас, давай, есть. Покупай, только молик. И все, что ли? Кидай под себя кидай. И стой. Ну все, минус 1000 ММР, я вам серьезно говорю, ребят. Минус 1000, я сейчас постучу, казашка будет делать, с ножом. Че с ножом-то сразу? Че с ножом-то? Хорошо, я понял. Просто я с кайфом провожу время, играю там. Ой, да я не знаю, ну шара, мне лень, все, я с кайфом играю, так что, ты чё, боже? Ладно, что мне делать, давай, говори, 6 секунд. Ну закупай, у тебя, ну ладно, не покупай ничего, я тебе даю, вот, скин, Немо скин, и ты должен хотя бы одного убить, убей хотя бы одного, чтобы я у тебя, ну, похвалила, что ли, помимо М40, я понимаю, но чё, с М40 ноускопом в двоих типов все, на этом достижения закончились. Ну, видать, да, там авик. Авик на окне сидит. Я обхожу сзади, подожди. Они на меня байтятся. Опа. Не знаю, наверное. Пускай байтятся на меня. Еще и молик, еще и флешку мне кинули. Меня пушат. Опа, пушат. Один, а второй с авиком в окне сидел. Че, я на себя байчу? Да. О, я тебе помогу. Авик бери. Не успел. Авик бери. Слушай, ну пока что я неплохо иду с тем учетом, что мне прям руинишь шкатку. Ну, типа, говоришь, что мне делать. Че, я покупаю что-то вообще? Ничего. Ну, дикл покупай. Ты серьезно? Ну, все, да, под фул, дикл. Все, габелла, парни. Леш, ты должен повернуться ко мне и смотреть на меня 5 секунд. Какие...
Раз, два, три, четыре, пять. Все! Да блин, ну какие 5 секунд? Зачем ты меня ослепила, женщина? А, это ты, господи. Двое лонг, один коцанный, очень коцанный. Давай, Леха. Леха, ты тоже сейчас их пушить. Бегом, беги на них! Беги, Леша, беги! Зачем их пушить? Может, я перезаряжусь? А, я перезаряжаюсь! Беги, беги, Леша, быстрее! Леша, беги, тормозь! Беги, беги, беги! Боже мой. Дамы и господа, пока вы еще не пошли этот ролик смотреть до конца, в этом ролике я делаю розыгрыш. Смотрите, как только ты поставишь лайк, давайте так, если этот ролик набирает 3000 лайков, а он наберет, наверное, 3000 лайков, то я 6 из вас положу на аккаунт по 500 голды. Поэтому ставишь лайк, подписываешься на канал, если не подписан, комментарий с твоей айдишечкой, братишка, не забывай. Вот, что будет делать казашка со мной дальше в этой катке, я даже не знаю. Я не знаю, как мы эту катку заберем, но... Понимаете, что будет. Поэтому погнали дальше. Я могу, это смешно. Так, дробовик есть, закуп? Есть. Ну и все, и так же, короче, прыжками прыгаешь. Именно вот сначала лонга прыгаешь. Ну, лонг, да, есть. И... Нет. А сначала лонга. И там идешь и прыгаешь, пупсик. Понял. Мой. Вот тут вот, да. И начинаешь прыгать, Лёсенька. Давай, раз, два, три, раз, два, три. Я не вижу, прыжки вперед. А я прыг... Куда вперед там, на них прыгать? А хотя, ладно, не-не-не-не-не. Плынту просто, плынту прыгай, плынту просто, чтобы слышно, как ты прыгаешь. Минус. А теперь прыгаешь к пачке. Пачка засветилась тебе. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгаем, прыгаем. Куда? Да мне я не могу прыгать нормально. У меня лагает. У меня лагает. Да блин. Боже мой. Все, все, все. Боже мой. Леша, то, что относится к реальности, тоже имеет значение? Не знаю. А что ты хочешь? Ну, короче, Лёш, ну, блин, хотя... Мне что-то покупать или что, я с дробашом? Короче, ты все, что хочешь, можешь купить сейчас. И ты должен сейчас ни разу не остановиться. Ты все время бегаешь, ты все время в движении. Твою ни разу мать! Просто. Хорошо. Хорошо. Вообще нельзя останавливаться. Да я понял, я прыгаю. Есть тип уже. Все, один на тебе, все, с пачкой он. Все, тебе нельзя останавливаться, нельзя. Да я понял! Я понял, что нельзя было останавливаться. Я и бегал. Что у тебя по закупу сейчас есть? Фул могу взять. А ПМ есть? Могу взять, да. Покупай. Да ну, не расстраивайся, на тебе дробовик, вот фабу. А зачем я ВМ взял? Тебе типа? Ну я хочу с ВМ, да. Засранка. Да, да. А ты с дробовиком, ты должен в спину к ним пойти, Леш, на шифте. Класс, спасибо. Я пока дойду, на них тебя уже заберут. Да, давай. И вот ты сейчас должен типа убить. Я буду ждать, пока ты не убьешь этого типа. Давай, спасибо. Пожалуйста. Давай, Леш, жду. Издалека стопотов убивает. Да, я пытаюсь. Давай, Леш, давай. Убил. Хорош! Я крутой. На, держи АВМ, короче, обратно. Ага, бери, ага. Ну... Тебе броню вот это вот все закупай. Ага, дай колды, офигеть, у тебя скины, ошалеть. Да пошел ты в жопу. Вот. И теперь, ну, ты должен дать минус 2 савика, причем красиво, в окне, именно в окне. В окно вставай. А если не смогу? Да я не могу запрыгнуть на него, у меня пробел забагался. О, запрыгнул. Да. Запрыгивай. Кого? Зачем ты это сделала, женщина? Зачем? Они уже здесь. Ой, ну все, давай минус 2. Ой, минус 2 давай с ВМ, красиво с окна. Даешь? Ну что там? О, такой в спине, Лёш, в спине! Но ты с окна не должен спрыгивать! Как? У тебя перезарядка, Лёш! Ну ладно. Я пытался, господи. Так, Лёш, короче, закупись так и сделай так, чтобы ты точно этот раунд забрал. Вот прям по своему ощущению. Прям 100% нам нужно забрать этот раунд. Вот как ты посчитаешь нужно, даю этот раунд тебе на рассуждение. Окей, закупился под фул. Но это не точно, понимаешь, если ты проиграешь, ну все, значит, ты, короче, мне если что, 1000 голды даешь. Ты офигела, что ли, мать? Ну, я тебе предоставила все, что тебе нужно. Где ты, пупсик? Опа, минус. Пачку выбила, Лёш, пачку выбила. Все, тогда держу плент. Все, теперь ты его должен пушить. Ладно, я передумала. Пуш. В смысле, ты передумала? Ну, зачем ты передумала? Давай, все, пушу. Да зачем ты передумала? Мы могли забрать этот раунд, он слева там. Не беспокойся, забирай. Сейчас он тебя запушит. Стопудово он тебя запушит. Он знает, что ты здесь. Привет.
Ой, ты же не знал, что я здесь, обалдуй, что ты обосрался, обсерился? Конечно. Обсерился, блин, да? Я понимаю, что если Лёшенька, бы у меня 3000... Лёшенька, пупсик, да. Ну ничего, что 3000, ну ладно, покупай то, что хочешь, пупсик. А, можно, да? Всё, спасибо большое. Да, покупай. А теперь скидываю туда вот в уголок скидываю все. И играю только с ножичка. Молодец, мать, спасибо тебе большое. Это я еще Я человек, который руинит экономику. Да, все, минус все вообще, минус жизнь просто. Давай, я тебе буду подсабливать, хаем кину. Хочешь флеш кину? Держи флешку. Не, не надо, тут там 16, спасибо за флешку, любимая. Пожалуйста. Ой-ой-ой, там двое, Лёш, ну давай дым тебе накину. Дымок, пошел по комнате, дымок. Лёш еще и живет, я в шоке. Лёш, ты живешь там? Да, я еще жив, ну, не понимаю как. Лёш, там рядом. Да, Лёш, я слушаю. Прям рядом. Ты будешь на нож брать? Алло. Нет. Ну все, давай, забирай, ну на нож, пожалуйста. Как? Он здесь! А, ну давай, я тебе помогу, жестко стреляю, смотри. Он справа! Давай! Ну, Лёша, ну что ты там? А как? Ну, блин, ну не могу я! Я далеко, он с автоматом, а я с ним. Блин, а как бы вот, короче, Лёша... У меня 2200, чё? 2200? Да. Короче, о, плетку тебе даю, давай, ты должен их отшлепать, жестко отшлепать. Плетка, серьезно, отшлепать? Да. А, боже мой, что за... Что в этом ролике происходит, я не понимаю. Ну все, 710-го, давай, прям красиво, прям, где угодно, Лёх. Но если ты не отшлепаешь, это будет. Я два раза попал, 72 урона! Нападает. Ооо, все понятно. А чего? У тебя была плетка, Лёш. Да ты что? Плетки не попал. Ты что теперь? Так, итак, Виктория Викторовна в итоге на хайдабе с твоими этими приколами еще за тобой следила, а Лёшенька тебе у нас обсерился 69. Я каким-то макаром еще умудрился сделать 6 киллов. У меня минус 11. Минус 11. Мувик, сделайте, короче, у меня минус 6. Потому что я обалдую. Короче, сделайте ему мувик, где он 740 дал ноускопом минус 2. Это 6. Он навсегда это запомнит. Нет, слушай, это вообще жесть, реально. 740, ребята, то, что я дал, это вообще как... О, фейблбокс. Ты офигела, что тебе еще что-то упадет с него сейчас? Потому что галочка. А-а-а. То есть, понимаете, да, галочку получила, сразу и боксы стали падать. Давай, открывай его, что там тебе падает? Чуть ли не глок, флорога. Нет, чуваки, это полная жесть. Не знаю, как это получилось, но... Давайте так, если собирает этот ролик 3000 лайков, то я делаю то же самое с казашку, но мы запустимся в ММ, хорошо? Иди в задницу, иди да. в задницу. Да, вот в ММ она будет стараться получше, потому что... Какое у тебя звание, любимое, в ММ? Ну-ка, дай посмотрим. Феникс. О, не хочется рейнджер надо, да, сливать, пойди? А, ну, да, вообще-то, ты офигел? А у меня голд 3, мне пофиг. Все, спасибо, любимая, за то, что ты управляешь. Ну, капитаны с тебя, ну, не знаю, в комментариях напишут. Капитаны на хайтабе бы тогда бы не стояли, если плохими да? были бы, понятно? Угу. Конечно, когда капитан говорит, играешь только с ножом, прям хайтаб, прям вообще бы. Да, при этом я забираю, обалдуй, помогаю У меня тебе. Лагал прыжок, я с лагучим прыжком с М40 каким-то макаром 2 кило дал. Это смешно так было смотреть, как ты прыгаешь с М40. Все, ребята, ну, всем ладно. Спасибо за просмотр, давайте, жду лайки. Всем пока. И не забывайте про розыгрыш. Всем давайте, пока. Бэ-бэ, балдуй.